Да, тут, конечно, Салават мог забить 2-3 уже только Тадыкову. Так обычно реагируют, когда там 5-0 ведут и уже там... Действительно... Алексей, передача, гол! Илья Баранов, 4-4! Они не собираются останавливаться. Если они сыграют 10-10, я думаю, никто не должен быть удивлен, потому что, ну... Сегодня рок-концерт, да, как сказал Алексей Гудяков. Рок-концерт, да, причем и от той, и другой команды. Выходной день, что еще может быть лучше, чем сходить в Ледовый на рок-концерт? Что сейчас и происходит. Если уж по телевидению это смотрится, ну смотрим, здесь тут комментировать-то особо и нечего, да?